намного проще. Новые шахеды для уничтожения украинских городов легко купить в обмен на лояльность. А расстраивать Иран, один из немногих союзников в это время, в Москве он этого не хочет. Как ни странно, главный поставщик испанского стыда на этой неделе не российская пропаганда, а Центральное разведывательное управление США. ЦРУ выпустила отписку для россиян с призывом становиться шпионами ради будущего России. Ролик вызвал много смеха и у тех, кто поддерживает Кремль и его позиции. Для распространения агитационной информации ЦРУ даже завели официальный канал в Телеграме. Согласно Российскому уголовному кодексу, по таким вот изменениям можно сесть пожизненно. Как отметила Мария Захарова в разговоре с РБК, Телеграм — это очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся в подобные структуры. И тут она, в общем-то, права. Телеграм уже давно используется ради связи. Различных провокаций, и сам за госэмену. Вскоре после публикации